Здравствуйте, мы находимся в Гяньчжэ, на одном из мест, в которое упала ракета сегодня в около часа ночи. Хочу отметить, что вот прямо позади меня находится воронка. Глубина этой воронки хоть и небольшая, но по разрушениям, которые принесены от взрывной волны этого самого снаряда, выпущенной со стороны вооруженных сил Армении, говорит о том, что сам снаряд был очень сильный. Вот видите, перед нами лежат осколки от этого снаряда. Его собирали на протяжении всей ночи, на протяжении 4-5 часов в радиусе 400-500 километров отлетали осколки от этого снаряда. Также хочу отметить, что специалисты из Анама по останкам и меткам этих ракет смогли определить тип снаряда. По их мнению, это скат, длина этой ракеты достигает 9 метров. Наша съемочная группа поговорила с жителями, которые находились именно в этом районе. Многие из них пострадали, двое скончались, свыше 10 получили ранения и ушибы различной степени тяжести. Многие дома вплоть до 300-400 метров разнесены и разрушены. Их крыши, их стекла и стены обвалены. Спасибо большое, Фуат. Я напомню, из азербайджанского города Гяньчжэ, который подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, на прямую связь со студией выходил мой коллега Фуат Байрамов.